И об этом говорю не только я, да, об этом говорит еще и статистика. Но вот сейчас обратим на это внимание. Пока что у нас проход. Джеремайя Мартин пытается что-то придумать. Брайс чуть не перехватил мяч. 4 секунды остается. Бросок. Мартин забивает. Овация Ричарду Соломону. Ну а как, по-другому нельзя. Ричард делает. Хопкинс подобрал мяч. Подозвал к себе Мартина. Мартин против Платунова. Бросок Марти! Против Енисея. Парма преодолевает рубеж в 100 набранных очков. Но подождите, это не конец. 2 минуты 20 секунд. А вдруг увидели. Ну, Парма, кстати говоря, еще несколько баскетболистов появляются. Да, это и Халтурин, и Павел Мороза. Такая история бы Парма смогла повторить по набранным очкам. Джеремайя Мартин. Степ-бэк. 3. Ух, как красиво.